В общем, я тут запустил немножко каточку. Всем привет, с вами как всегда Робзи. Я приготовил просто нереально крутой видосик. Настоящую пушечку. Ребята, держитесь, держитесь крепко, сейчас будет реально круто. Но перед самым интересным у меня будет огромная просьба каждому из вас. Давайте сделаем этот ролик самым популярным в мире. Поэтому прямо сейчас опускайтесь под видосик, нажимайте на красную кнопку подписаться, ставьте лайк и колокольчик, и нужно, чтобы это сделал каждый. Давайте на все про все 3 секунды. Готовы? Раз, два, три. Приятного просмотра. В общем, я приготовил кучу доната. Офигенные сегодня просто фишечки. Сейчас будет пушка, смотрите, показываю. Закончил катку красиво. Красиво апнул джина на 10 кубасов. Просто профессионально заработал себе 100 очков. Так, погоди, отстань. Какая-то лего бросает пати. Это мы отклоняем. Читер 30... Да боже, тебя только мне не хватало. Серьезно. Ну дай боже мне записать нормально катку, я не могу. Я не могу отклонить, опять две кнопки принять. Принять и принять, что с этим делать? Блин, я не могу отклонить еще, ладно, здравствуй, что? Что опять? Мне кто-то Что это? Я хочу вступить в вашу... Как это происходит? Кто-то опять бросает мне пати, как это... Это все сломалось. Все сломалось. Мне продолжают бросать пати какие-то левые чуваки, как это... Я не могу... Что происходит? Меня, короче, сломали. Что-то уже пишет. Что он уже там начал мне писать? Хай, Блобзи. Привет. Короче, давай напишу. Просто будем что-то... Привет, нубас. Что ты хочешь? Что? Робзи уходит. Куда Робзи? Что? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты опять от меня хочешь? Ну, чё он меня бесит? Этот админ нубасовский. Чё он хочет от меня? Что опять он хочет? Что делаешь? Видосик собирался делать, как бы. Понимаете, видосик собирался делать. Я приготовил здесь кучу интересных штучек. Но пришел он, и все мои планы просто поменялись. Все пошло уже наперекосяк. Все, уже я видосик не планирую делать. Что тебе от меня надо? Что ты? Что? Ну что ты? Что он пишет? Что он написал? А давай вместе снимем. С мыслями. Ты так часто... В моих... В смысле вместе? Ты чакся в моих видосах? Видосах. Он постоянно, уже не знаю, видосов 10, наверное, вышло. Постоянно он попадается, но... Ну, приходится про него записывать, потому что я другого не могу записать с этого аккаунта. Да не, в реале. В смысле в реале? В каком смысле в реале? А, типа встретиться он имеет в виду или что? Я у тебя за спиной, дурачок, обер... Какой убирать? Какой? Я реально обернулся. Да здесь никого... О боже мой. Не пиши бред, никого здесь нет. Не пиши бред, плиз. Никого здесь за спиной нет. Я посмотрел. Я реально даже посмотрел, потому что... Мало ли, он реально уже просто с ума сходит. Я пробрался в твой дом и уже многое повидал. Чего? Читер 3 семерки пробрался в мой дом... И я знаю все о тебе. А, погоди. Это, надеюсь, это какой-то... Я реально думаю, надеюсь, это какой-то вообще троллинг. Потому что, блин, Да ну, бред. Ну серьезно, что это за троллинг? Что он несет какой-то чушь? Пробрался в дом. Что за шутки? Не, ну это уже максимальный период. Ладно, у меня Гимас удалял, банил аккаунт, забирал кубки, добавлял кубки, прокачивал бравлер на 500 кубков за одну минуту. И я знаю, что у тебя есть дома. Так. И где что лежит? И что где лежит? Не может быть такого. Реально не может быть. Ну окей. Ну давай. Скажи. Брехло. Ну-ну. Он реально не может ничего. Но это реально какой-то пранк, реально. Как часто говорят, пранк какашка. Он просто реально что-то меня разводит. Ну, блин, типа, знает, он был у меня... Нет, подожди, не мог у меня быть дома. У меня же все... Я ухожу, дверь закрываю. Мои сыновья уходят, дверь закрываю. Не может быть такого. Вот реально не может быть такого. Пробрался, 470. Может быть... Я знаю, что у тебя на кухне есть микроволновка. Подожди, откуда? А, блин, ну она уже у всех... А
Оно у всех есть на кухне. И что у тебя на кухне висит телевизор? Погоди. Телевизор. Ну да, у меня есть. Подожди. Уже Ну, в принципе, практически у всех, наверное, есть микроволновки. Ну-ну. Страшно стало. Я думаю, что практически у всех есть микроволновки на кухне, у всех есть телевизоры. В принципе, это легко. Это можно, ну, 90% людей написать, и у всех будет на кухне телевизор и микроволновка, да? То есть, окей. Это фигня. Это он просто, типа, знаете, угадал. Я вижу тебя прямо сейчас и знаю, что ты сидишь в кабинете. Чего? Чего? А, блин, ну... логично, я же видосик записываю, ну да. Я в кабинете... Слушайте, я реально шуганулся, слушай. Он говорит, ты сидишь в кабинете... Я сижу в кабинете, да, я видосики записываю. Слушай, а может быть он по каким-то камерам? У тебя есть два сына. 5 лет и 10 лет. Никита и Вадим. А, ну не, ну ладно, ладно, эту информацию он мог узнать в каком-то моем ролике. Когда я с сыновьями записал видосики, я рассказывал. Это все фигня, серьезно. Вот это все, что он пишет, пока. Вот это реально, типа, это реально бред. Это, единственное, что может, он мог взломать камеры, понимаете, на ноутбуке, на телефоне. А если он реально взломал камеры на ноутбуке и на телефоне и мог смотреть, где находится. А Дед Мороз на Новый год подарил твоим сына... Да, ты сына... Криво написал. PlayStation 4 Pro, чи как он там называется? Откуда он это знает? Погоди, откуда... А, блин, не, у меня же в Инстаграме есть фотка, точно, блин. Да, точно, все, да, точно, у меня же есть в Инстаграме фотка, где под елкой была PlayStation 4 Pro, поэтому, да, он мог оттуда узнать 100%, ну, блин. А если не веришь, то гоу, сыграем катку, я тебе расскажу еще больше. Че, куда? Ладно, мне реально стало интересно, мне тут, короче, пати набросали. Давай парную шедешечку. Погнали. Ну давай каточку сыграем. Мне реально стало интересно. Слушай, он знает про моих сыновей. Он знает, что я в кабинете. Он знает, что у меня есть микроволновка с телевизором. Знает про PlayStation 4 Pro. Ладно. Но пока что бред. Мне вот реально интересно узнать, что он скажет дальше. Если вам, ребят, тоже интересно, ну поставьте лайк. Поддержите по-братски чисто. Лайкосичек поставьте. Кстати, в Инстаграм можете тоже подписаться, если что. Так, отходим, камбэчим. Уходим подальше. Тихо. Так, ну я справился, как бы. Я тут молодец, красавец, но я не могу ничего сделать. Три банки. Капец, напарник вернется через 7 секунд. 9 банок у них. Это как бы все. Рысайся. О, нормально. Вот это вовремя было. Вот это красиво. Так, а я стану в кусты. Так, здесь идет роза. Роза, у меня 8 баночек. Где роза? Так, читер 3 семерочки. Давай, ну, короче, розу нужно поджимать немножко. Она... Ты готов? Я сейчас, короче, буду ее притягивать. Оп. Красиво. Вот это прям красивая игра. Отходи, тихо. 8 банок. Так, тут Эмс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я Эмс победил, но там рыснулся Пока, как не вовремя, так, разместили, ну, слушай, мы прям профессиональная команда, чисто мистер Твистер, там все дела, так, роза минус, не достал, хотел хватануть этого 8 бита, давай обходим, чисто по сторонам его зажимаем, блин, мне реально интересно, что он скажет на все это, какие у него еще есть доводы, вот посмотрим. Так, причем каточку мы выиграли, поэтому, если он что-то знает, мне узнать. Но я чисто думаю, может быть, он взломал мой телефон, может быть, он взломал ноутбук и смотрит через вебки. Мне интересно просто, что он дальше напишет. Я пока что это предположение себе оставлю, посмотрим. Окей, ну, давай, что еще? Мне кажется, он больше ничего не... Он сказал, типа, такие стандартные вещи. Типа, микроволновка на кухне, дети, там, что-то такое. Типа, ты в кабинете... Это бред. Это изи. Я посмотрим, что он скажет. Если не веришь, то голос играем катка, я тебе больше расскажу. Все, я жду.
Ну шо, а ты точно назад посмотрел? А то ведь тебя вижу прямо сейчас. Кого ты видишь? Блин, у меня за спиной... У меня за спиной стоит ноутбук. Ноутбук моей жены. Возможно... Я сейчас его закрою. Не, я ноутбук закрыл, потому что, может быть, он через, как-то через вебку просматривает. Черный поролон у тебя треугольниками на спине. На спине. Он, думаю, наверное, хотел написать на стене. Может быть, он плохо видит, может быть, ему вебку было плохо видно. У меня в кабинете черный поролон акустический, который поглощает звуки. И на стене. Хотя он мог увидеть мою эту фотку в Инстаграме. Он реально мог увидеть фотку моего рабочего места в Инстаграме. И там есть этот поролон. Ну что еще? Нет, не верю. Ты обманываешь. У меня есть фотка с поролоном, так что, если, кстати, хотите, ссылочку на Инстаграм оставлю в описании, можете посмотреть, там, подписаться. Ну, бред все-таки, это все и так, это реально бред, это все и так знают про меня. Ну, сейчас поверю. Во что я поверю? Ну-ка, давайте. У тебя машина Audi A6. Ага. Ну, допустим. Ну ладно, может быть, как-то узнал. Ну а как он это узнал? Или я на стриме проболтался? Я уже не помню. И ты живешь на 10 этаже. Номер квартиры написать? Погоди. Что, он реально знает, что ли? Или я на стриме говорил? Я не помню. Но про десятый этаж я не говорил, где я живу. Что, реально знает или опять? Блин, я не понимаю, ну блин, на стриме. Да не может быть такой, ну серьезно. Что за фигня? Что с этим читером вообще, бред какой-то? Не, погоди, не надо, ну, фу-фу-фу-фу, тихо. Я же видео пишу, не пали. Блин, это если сейчас все узнают, это капец будет. Да, я реально на 10 этаже живу. Хорошо, что он квартиру не написал. Он, походу, знает, что я видосик записываю. Мало ли, чтобы не спалить. Прикиньте, сейчас бы это поп... я бы сейчас офигел. Я же видео пишу, говорю. Это жесть. Че он... Мне... Короче, если до сих пор не веришь, иди к входной двери, я стою прямо за ней. Чего? Я бы не знаю. Идти не... И реально, идти не идти... Блин, я скажу Ляну, погодите, сейчас, секунду, сейчас я приду, ребят, сейчас, пару секунд. Так, короче, я сходил, там никого нет, короче, вот что пишет эта гадина, короче, если до сих пор не веришь, иди к входной двери, я стою прямо за ней, ну что ты тут, повелся, дурачок, ты че реально пошел там смотреть, ржомба развел как нуба, я все в инсте посмотрел и на стримах сидел, не, ну ты реально дурачок, короче, иди ты на... Фиг, просто, слушай, иди ты нафиг, просто, дурацкий, просто, это читер 37, иди ты в жопу, серьезно, я реально пережахался, потому что он чуть номер квартиры не назвал, может быть, я на стриме ляпнул, блин, мне опять этот дурачок просто весь видос испортил, хватит сегодня у меня приколов этих, просто проникновений в мою квартиру, все, короче, увидимся в следующем видео, ребят, ставьте лайки, все, всем пока, всем до свидания.